Жизнь в Республике Молдова становится все дороже. Об этом свидетельствуют последние данные, представленные Национальным бюро статистики. С начала года стоимость продуктов питания, товаров и услуг выросла в среднем на 4%. Так, с декабря прошлого года по май нынешнего больше всего подорожали фрукты – почти на 26%. Овощи – примерно на 20%. Подешевели только яйца, тогда как стоимость мяса, молочных продуктов, масла и сахара осталась примерно на прежнем уровне. Непродовольственные товары также подорожали в среднем на 3,5%. По данным Национального бюро статистики, стоимость топлива с начала года возросла почти на 3%. Цены на стройматериалы и лекарства также увеличились на 3%. Обувь подорожала почти на 3,5% по сравнению с декабрем, одежда в среднем на 2,75%. Стоимость услуг населению выросла в среднем почти на 5%. Значительный рост затрат почти на 39% зафиксирован на центральное отопление. Природный газ подорожал почти на 1%. Водоснабжение и канализация на 1,5%. В целом коммунальные услуги подорожали примерно на 6%. Настолько же подорожали транспортные услуги, общественное питание – более чем на 4%. Национальное бюро статистики также отмечает, что среднепотребительские цены в мае этого года по сравнению с маем 2023 выросли на 3,3%, в том числе на продукты питания на 4,2%, на непродовольственные товары на 6,8%. Стоимость услуг, предоставляемых населению за указанный период, снизилась на 3,8%.